Вот я сейчас нахожусь в Икее. Так. Я никогда тут не снимала, потому что... Ну, было один раз. Пришла специально, потому что... С мужем всегда хожу в этот магазин, поэтому поснимать не удается, потому что он вечно ворчит. Типа, нет, не снимай. Времени нет, я устал. Всякое такое, поэтому тут я решила пойти. Так, 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 покрывало. Синтепоновое. Нет, стеганое. Вот я сейчас наберу. 200 на 220. 1640. Слушайте. Ну, она тоненькая, такое хорошее. 100% полиэстер. Просто... Ага. Что интересно. Так, в таком цвете еще есть серый. Вот. Вязаный, по-моему, плед есть. 140 на 180. 1750. Ой. Вот. 1759 рублей. Вот такой вязаный. 140 на 180. В голубом цвете, в синем и в зеленом. Посмотрите, какие милые тапочки стоят, конечно. Считайте, 700 рублей без 1 рубля. Ну, ноги милые вообще. Кисоньки, посмотрите, сердечками такими. Так, что у нас тут? Как резина. Ну, такие толстенькие, хорошие. Вот. Эти уже подешевле, это почти, ну, считайте, 600 рублей. Вот с такими кисеньками, такими смешными кисюльками. Так, потом вот такие вот, это у нас сколько? 500 рублей, вот тоже тапочки в розовом. А, там, кстати, вот эти тапки хорошие, так я не понимаю, почему они здесь. Ну, опять, видите, ценами смущают, неправильно вешают товар. Вот это вот. Такие тапки. 500 рублей. Вот. С пробкой. Очень удобные. У них нога не потеет. Вот это вот. Тоже вот это 400 рублей с домиком. Такой зимний пейзаж. А вот в зеленом цвете. Вот такой мишка. Мишка спит в розовом и зеленом. Никому какой нравится цвет. Вот тоже, смотрите, девочка такая принцесса с бантиком. 559 рублей вот эти тапочки стоят. Угу. Сердечками тоже симпатичные, 559 рублей. Ну, они такие толстенькие, хорошенькие такие. Скорее всего, вот это вот оторвется быстрее, чем это. Ну, качество хорошее, сразу видно. Смотрите, вот такой набор садовых сантиметров. Это пластмасса. 99 рублей стоит. Только в таком цвете. Да, вот они висят. Лопатка, совок для пересадки, грабельки. Грабельки. Вилка для рыхления. Вот. Видите? Почищенка такая вот. Вот наподобие такого набора. Да точно да такой же, только здесь он в зеленом, в салатовом таком цвете. Стоит 189 рублей в фикс-прайсе. Как вы, если помните, 99 рублей. То есть, представляете, почти на 100 рублей дешевле. Так, это у нас что? Набор. Опа. 169 рублей с горшочками, с поддоном. Вот это вот поменьше. 10 горшочков. 139 рублей вместе с поддончиком. Я, конечно, видите, нарисован-то одно, а на деле другое. У-ху. Так. И все, по-моему. Так, горшочки, горшочки. Вот эти вот горшочки, они для орхидей хорошо. Да, ну вот они и написаны. 99 рублей для орхидей. Ой, слушайте, я до этого покупала намного симпатичнее. Да. Это 139 рублей стоит. Смотрите, в Икее представлено. Так, это клематисы в трубе. Это, наверное, вот это вот. То, на что? Фундук кавказский. Прикиньте. Он
Ну, это я уже смотрю другое, это я уже смотрю черную смородину, вот, с почками. То я как-то купила, и оно мне попалось, видать, не очень хорошее. Так, стоять, сварка. А вот клематисы. Это жимолость. Стоит 329 рублей. Голубика высокая. Так, это крыжовник. Плодовое садовое растение в тубе. Стоит 199 рублей. Скидка сейчас. Спирея, голубика высокая, живика. Так, так, так. У земли здесь сколько? 50 литров. Так, красная смородина. И цветочки. Саженец роза, эконом в тубе, 139 рублей. Смотрите. Вот такие розы. Они разные. Тетя. Я, конечно, не буду на них долго останавливаться. А там и малинка есть. Малинка. Я права. Представляете, здесь даже продаются сейчас еще распродажи по все по рубль 99. И все по 199 рублей, все по 49 рублей. Это новогодние товары. Офигеть. Выбирай, не хочу. Смотрите. А? Пойдемте-ка посмотрим подробнее. Так, что, а что нам надо? Нам надо что-нибудь? Вот, все. А, это все по 99. Ну, ёлы-палы, я такие покупала, по-моему, по 99 рублей. Это не скидка. Нет. Да, хочется дешевле. Не, ну если скидка, так скидывайте. Вот я вот такую вот я покупала по 99 рублей. Здесь вон, видите, цена 99,99. Ну, что-то я не знаю. Нет. Я думала, смотрите, как подарок вариант. Не, ну, конечно, это вот не очень удобно дарить. Но можно как-нибудь украсить. Это гиацинт. Тут 5 штучек вырастет. Вот они вот такие красивые. Они действительно красивые, пахнут очень вкусно. 499 рублей. А вот это у нас тюльпаны идут. Смотрите, 599 рублей тоже. Ну, жить тут удобнее. Вон корзиночка также приукрасить. И с ручечкой дарите. Очень симпатично. Сейчас я нахожусь в скидочном отделе. Пожалуйста, здесь вот разные скидки. Черный жемчуг 89 рублей. Гель, крем-гель. Мицеллярная вода 99, ну, считайте, 100 рублей. Это молочко 100 рублей. Черный жемчуг, увлажнение, тоник, комфорт 100 рублей. Так, кухонное жидкое мыло для рук 53 рубля. Красная цена здесь также 53. Ну, 53 рубля 49 копеек жидкое мыло в наличии. Так, это у нас что такое? Гель для душа 67 рублей. Ягодное. И вытащить-то. Вот. Ну, я таким не пользовалась, поэтому не знаю. Просто показываю. Вот такой скраб для тела. 114 рублей. Ну, это типа скидки здесь. 50, типа 50%, я не знаю, так или нет. Green Mama, но что-то она тут дороговата. Хотя я не в курсе о ценах на Green Mama на данный момент. Вот такие вот тут. Ой, смотрите. Маска с Ласса. Манго, нямка. Так, Грин Мама 189 рублей. Для умывания. Вот есть здесь такой отдельчик, где идут скидки. Ну, тут много. Вот джем Махеев 119 рублей. Вот он вкусненький. Мне нравится. Так, это какой джем? Персик и манго. Персик и манго? Что-то я такой даже не пробовала. Что надо взять, попробовать. Так, так я брала малинку очень вкусная, клубнику брала тоже, но все пробовала. Я апельсиновый тоже очень пробовала, тоже очень вкусный пробовала. Лимон, да, и лимон тоже вкусный. Ну, то есть, 119 рублей, 90 копеек. Сегодня показывала вот эту вот сахарницу фикс прайсе. Но здесь она написана как конфетница. В фикс-прайсе сахарница, а здесь конфетница. 149 рублей. Прикиньте. Смотрите, какие симпатюшные цены. Не вижу цену. Ну, вот так.
Смотрите, появились крышки. Я не видела до этого полиэтиленовые крышки для холодного закрывания стеклянных банок. Такие вот. И, я так понимаю, вот это вот для горячего. Так. Сберегательная крышка. Ага. Вот такие вот. Стоит 49,90. Ну, 50 рублей стоят вот эти вот штучки. Вот эти вот крышечки. Так, а сколько здесь штук? 10 штук. Вот в это. А здесь сколько? Да. Не вижу. Приклеили так, что, наверное, на информация. Крышка рубль сбережет. Опа. Также, смотрите, 196 рублей для канапы. Такой наборчик. Потом смешной. А, веселый, блин. Вот такой будет улыбаться. Да, посмотрите, кружка 730 миллилитров, 199 рублей. А? Это такой, мне кажется, темно-синий. И вот красная кружка. Вот эти я хлопья брала. Велка фирма. Мне не понравились. Мы варили не то, что 5 минут, а больше. Конечно, она не превратилась вообще, как были вот эти вот хлопья. Так они остались, не разварились. Так, на этом все. И сходила в Окей. Не знаю, показывать вам или не показывать, что я там прикупила. Но, может быть, вместе с тем, что я взяла в фикс-прайсе. В Галмарте ничего не прикупила, ничего не... Ни на что глаз не упал. Ладно, на этом все, заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что зашли на мой канал, подписались. Желаю всем крепкого здоровья, не болейте, долгих-долгих лет жизни. Любите своих родителей, берегите их, балуйте по возможности. Если нет такой возможности, чаще звоните им, если вы не вместе живете. Ну, в общем, уделяйте им как можно больше внимания по возможности, опять говорю. Ну и, конечно, счастья в семейной личной жизни, чтобы все у вас было хорошо. Ну и... Что там? Все время вспоминаю, что, знаете, что-нибудь такое хорошее пожелать, чтобы все-все-все у вас было хорошо. Так. Нету, да? Как всегда, дойти набрало. Вот. Ну и... любите своих мужчин, берегите их. Также мужчины, берегите своих жен и любите. Ну, они же все-таки, пусть и не родные по крови, но роднульки рядом с вами находятся. Вас полюбили, за вас замуж вышли. Вот. Ну и также уважайте своих детей. Вот. Не... Вот я кулема-то забыла. Ладно, все. Забыла я. Ладно. Коляску на место поставить забыла. И поехала. Так и болтаю. Ладно, всего хорошего. До новых встреч. До свидания.